Традиционная елка меценатов намечена на 15 января, вторник. Она развернется в торжественном зале Клинского подворья. Пригласительный на праздник получили 40 ребятишек. Их семьи оказались в непростой жизненной ситуации. Но праздник и подарки никто не отменял. Так что на помощь Деду Морозу пришли благотворители. Вместе с зимним волшебником они исполнят заветные детские желания. Об этом обязательно расскажем в новостях среды.